участников сегодня 13 человек представлено из разных районов нашей области. И на первом этапе это творческий проект. Каждый из участников представляет свою систему работы в той или иной школе или образовательном учреждении. А на втором этапе будет участвовать только 4 человека, которых отберет жюри из состава этих 13 человек. И там эти 4 человека уже будут представлять мастер-классы.